вам всем дня. Кстати, я сегодня сторисы не снимала, убиралась утром. Сейчас идем гулять. Ну, какой-то здесь у нас рыночек открывает что-то. Наверное, вечером будет какая-то здесь суета. Сегодня 3-е число. Уже чуть больше 10 дней, как я сделала себе операцию. Вот. Сегодня мыла голову, снимала повязочку, смотрела, все отлично, все шикарно. Уже не терпится и вам показать результат. В общем-то, я очень довольна. Спасибо большое еще раз, хочу сказать, Екатерине Кудиновой. Конечно, она действительно лучшая в этой сфере, не только в России, но и за рубежом, я думаю. Потому что она не просто пластический хирург, она именно имела дело с серьезными какими-то проблемами у людей, там, после аварии восстанавливаются. И я ей доверилась, и очень довольна. Спасибо вам большое, Екатерина Сергеевна. Я просто в полном восторге. Так, ну началось. Котелочек варится. Саньки. Турецкий завтрак. Я, кстати, дома так начала тоже делать. Разные тарелочки, всего-то побольше. Мы знаем везде, где, по-моему, в Турции, в Алании именно есть кальяны. Вот здесь самый дешевый, кстати, который мы нашли. 35 лир. Место называется «Балкон» с видом на набережную. Вот. На русский это будет 370 рублей, да? Ну, сейчас лира упала 1 к 11. Ну, такая вот кафешечка. На лира 11 рублей. То, что мне в директ пишут, Даша, типа, говори места, рассказывай. Сегодня волны были большие, оградили даже немножко пляжик. Какие красивые большие бутончики. Малыш такой тут. Так, вот такие порции приносят. Хотела поужинать легким салатиком. Ха-ха-ха. Но он очень вкусный зато. Съем половинку. Тёма! Почему старшим так нравится грозить младшим? Я не понимаю. Это что такое? Ой-ой-ой, сладенький, как классно у тебя получилось. Ой, сладенький. Ну вот, еще эта жопка тоже хочет залезть. Эта жопа точно поместится. У нас наконец-таки случилась стрижка. Главное еще вот этого товарища говорить как-то. Сидит, бурчит. Вот у нас целая проблема со стрижкой. У вас так же, нет? Тут подстричек это просто. Когда меня спрашивают, почему вы редко стрижете? Кому? Мне его жалко, посмотрите. Ходим. Всем приветик. Здесь едем. Я в нашем новом костюмчике по nz.ru. В разных цветах они есть. Класс вообще. Со своим красавцем. Весняшки. Да, Витик, что там за ню устроил. Не могу вам показать, поэтому он там с голой жопкой. Артемчик, покажу заплывчики, какие он здесь смешает. Да кто там с голой попкой у нас? Ой, да, Витик, молодец, но сейчас снимать нельзя. У нас глажу. А теперь волна идет. Побежали быстро! Задирай. Побежали!
сзади, если что. Давай, убегай. Ой! Не брызгайся!